очень подметай. Деньги все работай. Ну что делать, а вот это? Поселитесь. Ну, работай. В общем... Я хотела просто присвоить себе какое-то другое имя, какое-нибудь такое весомое, там, Аретта Франклин или что-то такое, вот, но, ну, в общем, передумала. Ха! С наступающим Новым годом! Победа! Спасибо много! Это очень круто и очень неожиданно, потому что последний мой такой большой концерт был очень давно, не буду говорить сколько, потому что сразу все посчитают, сколько мне лет. Вот. Я вас хочу поздравить с сегодняшним днем, с концом конца света и с наступающими праздниками всякими. Я вас угощаю шампанским. Ну, чтобы настроение приподнялось. Вот. Шампанское можно раздавать. Take this gun from me, 'cause
какой бы сделать концерт, что бы я хотела петь, вообще, что бы я хотела делать, ну, ничего не придумала, поэтому вот, чтобы пришло, то вышло. Ну, нет, на самом деле я ужасно счастлива, что за мной стоит трое шикарных, прекрасных музыкантов и отличных ребят, которых я обнаружила буквально недавно, ну, за исключением одного. Это группа «В новом свете», и сегодня концерт называется «Дон Донникова в новом свете». Мне сказали, что тут еще будут задавать вопросы, что у всех есть бумажки, можно что-то писать, можно не рисовать что-то, можно не задавать вопросы, просто мне картинки рисовать. Ну, плохие тоже можно, пошлые. Я знаю, кто пришлет пошлые, но... Допустим. Ну, я пока дышу, поэтому что-то там говорю. А, вот вопросы. Мы споем еще одну песню, а потом я вот к этой прекрасной шляпе, которую предоставил нам Александр Утюгин. Почему я сегодня все с французским каким-то уклоном, непонятно. Thank you.
цвет нравится? Зеленый. Зеленый? Что самое интересное, на каждой бумажке первое слово — это ты, он. Тебе
Пожалуйста.
Помолчи.
вопросики. А никто не хочет со мной поговорить? Давайте поговорим. А то я как это... Как с компьютером. В общем, сидишь, читаешь. И как сама с собой разговариваешь. Может, вы свой голос как-то не покажете? Нет? Никто не хочет? Спеть можно? Спеть? Что вы хотите? Что? Хорошее что-нибудь? Давайте споем. То есть вы хотите на сцену? Я не слышу. Что может быть? Ну, давайте вот сюда вот куплетик. Как у меня голос вставляет? Начинала более весомо. А что вы берете? А как вас зовут? Меня зовут Максим. Здравствуйте всем, добрый вечер. Так много замечательных, талантливых же, я надеюсь, и уверен, поклонников. А песенка? А можно с вами фильм-то? Счастье мое, я люблю тебя. Не классно, я бы помолчу. А не страшно. Но мне же интересно, как вы поете. Интересно? Конечно, вы слушаете тут 5 песен, я пойму. А вы мне, значит, куплетик не хотите спеть. Сердце болит и рвется, как мне быть? Я полюбил моих, я не могу без них. И без одной из них я не могу. Как мне быть? Что же мне остается? Как мне жить? Не разорваться мне, не отказаться мне, а притвориться мне не в моготу. Стоит одной, будет вся жизнь моя, стоит другой. Все забываю я, выбор мой. Либо тепло и свет, либо огонь и сной, выбора нет. Голос или где-то я хриплю,
что это моя эмоция. Он не скрывает. А по-моему, честно говоря, мне так удобно. Вам удобно? Да. И эмоционально, и технически. Мне кажется, наоборот, так удобнее даже. Ну, мы с вами еще поговорим. В таком случае вам прекрасное право. Спасибо вам, да. Thank you.
Моя любимая песня, одна из любимых, а на самом деле кантри-песня. Кантри-песня про то, как одна женщина у другой женщины обнимает ее чувака. Вот. А вторая, она вся такая шикарная, с рыжими волосами, с голубыми глазами и зелеными губами. Вот. Спасибо. Я тоже рыжика, кстати. Вот, очень грустная песня про то, что я знаю, что ты у меня его можешь отнять спокойно, потому что такая прекрасная, но он столько значит для меня. Не отнимай просто потому, что ты можешь. Вот. Ты так на заметочку, на девочке. Что у нас дальше? Бобби или Мюзикл? Бобби. А, Мюзикл? Мюзикл, да? А, нет, нет, Мюзикл. Можно же Джим Пэм спеть. Хотите? Да! Раз уж у нас такой больше с вами интерактив, что ли, то... То я не буду официальной, да, я буду просто пообщаться, вы будете говорить, хотите, не хотите, да, петь или не петь. Хотите кто-нибудь другой споет? Вот молодой человек пел. Хотите? Нет, не хотите спеть? Тогда давайте мы споем. Номер 6. Кошмар, зачем я тебе пользу?
песенка, которую я очень хочу спеть, но мне нужно подышать до этого. Ну, конечно, если человек, с которым я хочу это спеть, желает тоже подышать. Но пока он будет обдумывать, сложный вопрос. Спасибо. Вопросы специально для вас от группы Musical Mania. Мы вас любим. Спасибо. Мы вас тоже любим. Я хотела сказать правда огромное спасибо, что вы пришли. Я, честно говоря, не ожидала, что все будет так здорово. Ну нет, я знала, что будет хорошо, но что вас будет так много, и что вы все такие хорошие и прекрасные. Спасибо. Вот, есть тут вопросы. Ну, конечно, ну как же. Вот смотрите, здесь есть человек, у него вопрос, значит, и фамилия у него Орлов. Как я могу не прочитать этот вопрос? Значит, мой вопрос о мюзиклах. В каком мюзикле хотели бы вы спеть в дальнейшем? И еще, чем вас привлек граф Орлов? Ну как, граф Орлов такой шикарный мужчина. Но я уже говорила, на самом деле, об этом, что я абсолютно, как маленькая девочка, влюблена в этот проект. Я не вижу в нем минусов, одни плюсы, и это правда. Вот. В общем-то, а чем он меня привлек? Тем, что это мой родной театр, театр оперетты, с которым я начинала. И, конечно, возвращение туда — это просто для меня, не знаю, это огромный кайф. Потому что я чувствую себя там, как дома. Если у меня плохое настроение, если мне как-то грустно, или что-то не сложилось, день не сложился, я иду туда, сижу в гримерке часа полтора. И, собственно, все как-то встает на свои места. Вот так вот как-то. Вот.
можно было в домик, вот такой домик, чтобы меня никто не видел, чтобы было не стыдно, что я это плохо сделала. Просто песня настолько красивая, что мне стыдно ее плохо сделать, поэтому мне надо подышать. А можно вообще убрать свет максимально отовсюду? Ой, прекрасно. Песню я написала, на самом деле, как ни странно, когда
Первый раз много лет назад услышала такую певицу Эми Уайнхаус. Я ее услышала, и она меня как-то безумно вдохновила, и у меня пошло вот этот какой-то некий Бобби, которого даже не существует. Но я ему пою. Вот. Да. We'll be right back.
тебя настроение поменяю. Oh my God!
Спасибо большое. Ну что? Просто гитарист Юра не начинает, поэтому придется к ней. Вот.
Тут есть шампанское, ну и всякие остальные напитки. Давайте веселиться, общаться. Вот, и получать удовольствие от жизни. В конце концов, конец конца света наступил. Ой, еще! Слова, то вы мне подпеваете, потому что я не помню. Номер 7. Номер 7. Thank you.
Yeah.
Эндрю. Ударные. Ничего, что мы про Эндрю не знали. Мы еще поменяли, как ты что? Понятно, где он застрял. Вообще тут много красивых девушек, поэтому Юра, наверное, где-то там. А, вот он, с красивой девушкой. Ну, давай сыграем. Да. И в общем-то, на этот наш замечательный вечер подходит к концу. Да, еще на один вопрос отвечу. Yeah.
Спасибо.